Главная новость к этому часу. Журналисты вновь обвинили президента Украины в уклонении от уплаты налогов. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Накануне было опубликовано новое расследование Международного консорциума журналистов об офшорах. Оно основано на утечке свыше 13 миллионов секретных финансовых документов. Со ссылкой на них журналисты украинского издания «Следствие.Инфо» утверждают, что Петр Порошенко хотел занизить налоговые выплаты своего кондитерского бизнеса, а не просто передать компанию «Рошен» в так называемый «слепой траст». Юристы Порошенко настаивают, что все налоги «Рошен» платила в Украине. Представитель президента назвал обвинения домыслами. Юристы компании утверждают, что если бы «Рошен» была продана, все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украине, задекларированы, и из них были бы уплачены налоги. По их словам, компания сейчас платит все налоги в Украине.